поступила информация о том, что как бы они сломали бедную Венеру Гаспарян. Это мать Давида Давитяна. Вы видели эту заплаканную женщину, которая там 2 года назад выкладывала аудиозаписи, как обрабатывали их там и адвокаты Плохотника, и силовики для того, чтобы дали любые там показания на меня. Как бы там в результате сыну дали 16 лет. Я обрабатывает его, там, говорит, вот есть текст, надо на видео записать, как бы обращение, что оказывается наркотики все годы из Европы в Россию возили под моим чутким руководством. Ребят, выходите все и признавайтесь в том, что вы все годы работали на Рената Усатова. Ну, зачем мучиться, вы понимаете, выходите, валите на меня все, что угодно. Рассказывайте им все, что угодно.